Вы смотрите новости на Первом еврейском. Главное за 7 минут. В студии Татьяна Белова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко о главном. Как изменить мир, ничего не меняя? Пинхас Полонский о переменах, которые ждут Израиль. Не личный дневник. Израильский военный летчик презентовал автобиографию в Москве. Они хотели нас завоевать, но у них ничего не вышло. В горско-еврейской общине Байс-Фаради началась раздача ханукальных свечей. И начнем с обзора мировых новостей. В Израиле выберут самый зеленый город. Каждый муниципалитет обязан представить программу заботы о деревьях. Она и будет оцениваться комиссией по шкале от 70 до 100 баллов. Ситуация с озеленением городов в Израиле далека от удовлетворительной. Забота о деревьях до сих пор не входила в приоритеты местных властей. Конкурс призван заставить городские власти обратить внимание на экологию городского пространства. Запрет на торговлю в субботу одобрен израильским правительством. Теперь даже молоко или бутылка воды станут в шаббат большим дефицитом. Правда, магазинов Тель-Авива запрет пока не касается. Однако добраться до них будет проблематично из-за отсутствия транспорта по той же причине. Напомню, новая война за святость субботы была инициирована тель-авивскими лавочниками, которые решили добиться запрета на торговлю по субботам для крупных торговых сетей. Проект восстановления Самарской хоральной синагоги уже готов. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора области Дмитрий Азаров. Пока все работы по подготовке велись за счет частных пожертвований. Здание было построено в 1908 году и с тех пор ни разу не реставрировалось. В 2010 году был проведен комплекс противоаварийных работ. В преддверии Хануки в горской еврейской общине Байс-Фаради раздают праздничные свечи. Их зажигают в честь чуда, произошедшего при освящении храма после победы войска Иуды Маковея над войсками царя Антиоха. Согласно преданию, в храме было мало масла для лампад, однако огонь в золотой миноре горел целых 8 дней. В память об этом событии в праздник каждый вечер зажигают свечи. Одну в первый день праздника, две во второй, три в третий и так далее до 8, используя для этого специальный подсвечник Ханукию. Праздник победы света над тьмой начинается 25 числа еврейского месяца Кислева и длится 8 дней. В этом году он выпадает на 13 декабря. Все перемены к лучшему, считает Пинхас Полонский. Правда, к ним надо подходить с осторожностью, чтобы не поломать то, что было с большим трудом построено. Из чего складывается религиозный сионизм в Израиле? Об этом наш репортаж. 200 лет назад, если было так положено, люди так соблюдали. Так положено, все так делают. А потом люди сказали, нет, это мне недостаточно такого объяснения, что так положено. Я не понимаю, какой смысл. Вот я хочу сам понимать. Наличие или отсутствие смысла определяет, будет человек делать то или иное действие. Со временем общество начинает искать логику и смысл в обычаях и традициях. Об этом и говорил на своей лекции Пинхас Полонский. Он считает, что нужно увеличить количество смысла в иудаизме. Все события еврейской истории, культура, развитие, построение Израиля, развитие социальных отношений, развитие науки, цивилизации – все это часть диалога с Богом. И мы должны воспринять то, что Бог нам говорит новое, и соединить это с тем, что Он нам говорил раньше. Это и называется ортодоксальная модернизация. Правда, в последнее время вокруг этой модернизации в Израиле очень много споров и конфликтов, а вне Израиля о ней мало что слышно. Именно поэтому Пинхас проводит лекции на русском языке. Все должны быть в курсе происходящего. Но мне интересно, как меняется религиозная жизнь в Израиле, как меняется подход к иудаизму, в отличие от традиционных всяких. Что-то меняется. Я знаю, что меняется, что есть другие виды иудаизма, там и реформаторские, и разные другие. Просто интересно, что происходит. Я стараюсь как-то за этим следить. Позитивно. Это просто абсолютно необходимо. Только нужно так делать модернизацию, чтобы сохранить все, что было раньше. То есть все, что было раньше, надо сохранить, потому что это диалог между еврейским народом и Богом, предыдущий диалог. Это есть предыдущее развитие иудаизма. Все это надо сохранить. А поскольку диалог продолжается, нужно это дополнить. Поэтому надо сохранить и дополнить. Это есть ортодоксальная модернизация. Это есть то, что необходимо. Израильский исследователь, популяризатор иудаизма в русскоязычной среде, преподаватель, автор огромного количества книг и научных работ. Своими лекциями неизменно собирает полные залы. До этого ничего подобного не выходило. И мне нравится все, что он делает для бнейнох, народов мира, за иудаизм. Ну, я хожу на все лекции в Москве. Тема модернизации иудаизма слушатели считают самой важной и актуальной на сегодняшний день. Многие из них искали ответы в интернете, но лекции помогают более полно понять суть. Мы тоже в своей жизни можем менять свои взгляды. Сегодня мы думаем так.
проходит время, мы делаем анализ и понимаем что-то большее для себя. Я просто это видела в своей жизни. Я в своей жизни искала путь Бога очень многими разными путями. И я никак не могу сегодня сказать, что я остановилась в этом поиске. Мир меняется с невероятной скоростью. Это испытание для еврейской традиции. Она должна дать адекватный ответ на вызов современности, не поступаясь при этом своими принципами. Получится ли это в итоге или нет, покажет время. Военный летчик хотел написать книгу для своих внуков, чтобы они знали, как прошла его молодость. Но в итоге вышла автобиография на трех языках о военном времени и жизни после тяжелой травмы. Генерал-майор армии обороны Израиля Георг Ром презентовал в Москве свою книгу «Одиночество. Падение, плен и возвращение израильского летчика». Посвящается всем, кто побывал в плену. Всем, с кем мне довелось служить, кем я командовал и с кем я сражался. Моим жене и детям, которые были со мной и в горе, и в радости. Это случилось 11 сентября 1969 года. Во время воздушного боя над Египтом истребитель «Мираж-3» сбили ракетой. Капитан Георг Ром получил тяжелые травмы. Вместо больничной койки его ждал мучительный плен. «Я вновь в одиночной камере на своем цементном ложе. Я слышу крыс, топочущих по асбестовому потолку. Вся моя еда состоит из кусочков, усеянных муравьями питы, соленого сыра и воды». Я чувствую себя ничтожным пятнышком, которое неуклонно сжимается из-за полного неведения, что готовит мне на завтра судьба. В первой части своей книги он подробно рассказывает о пытках и допросах. Закованный в гипс Георг долгие дни и ночи проводил то в больнице, то в тюрьме. Однажды ночью меня допрашивал египетский летчик. И во время допроса так получилось, что он сказал, что Тель-Авив – это столица Израиля. Я сказала ему «нет, Иерусалим – столица Израиля». И снова повторил, что Тель-Авив – столица Израиля, но я настоял. Я сказала ему, что я не готов к тому, чтобы продолжался допрос, если он не признает Иерусалим столицей Израиля. Это было очень глупо с моей стороны, потому что если бы допрос прекратился, меня бы отправили в карцер. Но как израильтянин и как еврей я не был готов отдать Иерусалим. Вмешался офицер разведки египетской, который находился с нами в камере, он уступил. Если мы во что-то верим, нужно этого держаться. Чин офицера израильской армии пользовался уважением и у врагов. Египетские военные обращались к нему по званию «капитан». Выжить ему помогли две вещи. Первое, в моем случае, это сохраняя свою честь, сохранять честь страны. Второе, это то, каким ты вырос человеком, как тебя воспитывали дома, в школе, в начальной, в школе средней, молодежное движение. Кто какой ты человек? 7 декабря 1969 года Израиль и Египет договорились об обмене военнопленными. Так летчик вернулся на родную землю. Я участвовал в Египет дважды. Первый раз, когда я был директором Министерства энергии Израиля, а второй раз, когда я был директором гражданской авиации, управления гражданской авиации Израиля. И оба раза, когда я приезжал, я просила отвезти меня в ту больницу, в которой меня лечили, и оба раза они не согласились. אבל בלי שום קשר, אין לי נגד המצרים היום אפילו טיפה של כעס או טיפה של רגש. Но у меня сейчас нет против египтян ни капли раздражения и ни капли злости. Автобиографический рассказ «Одиночество» написан на иврите и переведен на русский, английский и корейский языки. В 2008 году Ром опубликовал еще одну книгу «Тюльпан-4» о своем участии в войне на истощение и войне судного дня. Георг Ром стал первым израильским летчиком асом. Во время шестидневной войны 22-летний пилот сбил 5 самолетов противника. Сейчас генерал-майор живет в Тель-Авиве и возглавляет агентство по безопасности дорожного движения в Израиле. И на этом наш выпуск завершен. Оставайтесь с нами. Всего доброго и до встречи.